Господин президент, спасибо большое. 24 февраля 2022 года вы обратились к своей стране и к нации 24 февраля, когда начался конфликт на Украине в 2022 году. Вы сказали, что вы действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойи. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как вы пришли к такому выводу? Да, дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Here's the quote. Thank you. It's a formidable series. Да, это серьезный разговор. Но поскольку у вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? Yes. Тогда я позволю себе, ну, просто вот, ну, 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку, да? Вы не против? Please. Ну, смотрите, с чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась, Украина? Российское государство стало собираться как централизованное, и это считается годом создания российского государства, 862 год, когда новгородцы, есть такой город Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов, 862 год. В 1862 году Россия отмечала тысячелетие своей государственности, и в Новгороде стоит памятник, посвященный тысячелетию страны. В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял по сути функцию регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер в это время, к этому времени, пришел в Киев, отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика. И таким образом Россия начала развиваться, имея два центра – в Киеве и в Новгороде. Следующая очень значимая дата в истории России – 988 год – это крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства, восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное российское государство. Там, ну почему, единая территория, единые хозяйственные связи, один язык, и после крещения Руси одна вера. И власть князя. Начало складываться централизованное российское государство. Но в силу разных причин, после введения престола наследия, в древние тоже времена, средние века, Ярославом Мудрым, чуть-чуть попозже, после того, как он ушел из жизни, престола наследия было сложным, передавалось не напрямую от отца к старшему сыну, а от ушедшего из жизни князя, его брату, потом сыновьям по разным линиям. Все это привело к раздробленности Руси, единого государства, которое начало складываться как единое. Привело к раздробленности. Ничего особенного в этом нет, то же самое происходило в Европе. Но раздробленное русское государство стало легкой добычей той империи, которую создал когда-то Чингисхан. И его преемники, хан Батый, пришли на Русь, разграбили практически все города, разорили их. Южная часть, где был Киев, кстати говоря, некоторые другие города, они просто утратили самостоятельность. А северные города, они сохранили часть своего суверенитета. Платили дань в Орду, но часть суверенитета сохранили. А потом в центре, в Москве, начало складываться единое российское государство. Южная часть русских земель, включая Киев, оно начало постепенно тянуться к другому магниту, к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество.
Его даже называли литовско-русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства. Они разговаривали на древнерусском языке, были православными. Но затем произошло объединение, уния Великого княжества Литовского и Польского королевства. Через несколько лет спустя еще одна уния была подписана, уже в духовной сфере. И часть православных священников подчинилась власти Папы Римского. И таким образом вот эти земли оказались в составе польско-литовского государства. Но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения. Язык внедряли туда свой. Стали внедрять идею о том, что это не совсем русские. Что поскольку они живут у края, они украинцы, а первоначально слово «украинец» означало, что человек живет на окраине государства, у края. Или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы. Ну так вот. Поляки всячески ополячивали и, в принципе, относились вот к этой части русских земель достаточно жестко, если не сказать жестоко. Все это привело к тому, что эта часть русских земель начала бороться за свои права. И писали письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав, с тем, чтобы сюда присылали, в том числе в Киев, присылали людей. I beg your pardon, can you tell us what period I'm... Когда это, я уже потерял, когда это было, в какие годы? Это было в 13 веке. Это было в 13-14 веке. Вот. В 13 веке. Это было в 13 веке. Значит, и я сейчас скажу, что было дальше, и назову даты, чтобы не было путаницы. И в 1654 году, чуть раньше даже, люди, которые контролировали власть вот в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им, в принципе, ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала себе. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дима? Дай-ка. Вот. Я вам отдам вот эти документы. Well, it doesn't sound like you're inventing it. Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет. Но все-таки это документы из архива, копии, где письма, здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав. А после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Есть копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, ну, переведете и потом на английский язык. Россия не соглашалась их принимать сразу, потому что исходило из того, что начнется война с Польшей. Все-таки в 1654 году Земский собор, это был представительный орган власти древнерусского государства, решение было принято. Эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства. И, как и предполагалось, началась война с Польшей. Она шла 13 лет, потом перемирие было заключено. А всего после заключения этого акта 1654 года, через 30, по-моему, 2 года, был заключен мир с Польшей. Вечный мир, как так было сказано. И вот эти земли, все левобережье Днепра, включая Киев, отошла к России. А все правобережье Днепра осталось за Польшей. Затем, во времена Екатерины II, Россия вернула все исторические земли свои, включая юг и запад. Это все продолжалось до революции. Да, а вот перед Первой мировой войной
воспользовавшись вот этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Ну, все понятно для чего. Потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом. Возникли и теоретики независимости Украины уже в XIX веке, которые говорили о необходимости независимости Украины, но, правда, все эти столпы украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией. Они на этом настаивали. Вот. Но, тем не менее, после революции 1917 года большевики старались восстановить государственность. Развернулась гражданская война, в том числе и с Польшей. Был подписан мир с Польшей в 1921 году, по которым западная часть на правом берегу Днепра опять отошла к Польше. В 1939, после того, как Польша посотрудничала с Гитлером, а Польша сотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал, все документы у нас в архивах есть, предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе там, и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцевский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и с Восточной Пруссией. А после Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше. И вместо Данцига появился город Гданьск. Вот Гитлер упрашивал их отдать мирно. Поляки отказались, но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии. А вы говорите, можно спросить, что части Украины на самом деле являются русскими землями сотни лет. Почему тогда, когда вы стали президентом, вы просто не взяли их 24 года назад? У вас ведь оружие было там, не знаю. Почему вы тогда так долго ждали? Да, сейчас скажу. Я же заканчиваю эту историческую справку. Сейчас она скучная, может быть, но она многое объясняет. It's not boring. Она не скучная, нет. Ну, отлично. Тогда мне очень приятно, что вы так это оценили. Спасибо большое. Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но, тем не менее, поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но, поскольку не отдала Данцевский коридор, все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Кстати, Советский Союз вел себя, я читал архивные документы, вел себя очень честно. И Советский Союз просил разрешения Польши провести свои войска на помощь Чехословакии. Но устами тогдашнего министра иностранных дел Польши было сказано, что если даже советские самолеты полетят в сторону Чехословакии через территорию Польши, они будут сбиваться над территорией Польши. Но не важно. А важно то, что война началась, и теперь уже сама Польша стала жертвой той политики, которую проводила в отношении Чехословакии. Потому что по известным протоколам Молотова-Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории. После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом. А Польша, при этой компенсации, так надо полагать, получила западные исконно германские территории.
это западная, восточную часть Германии, часть земель. Это западные районы Польши сегодня. Ну, естественно, и опять вернули выход к Балтийскому морю, опять вернули Данциг, который опять стал называться по-польски. Да? Вот таким образом сложилась вот эта ситуация. И при формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину. Который до сих пор вообще, right. который до сих пор вообще не существовало. При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то основатель Советского государства Ленин настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И тоже по непонятным причинам наделил образующуюся Советскую Украину землями, которым люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании все это было влито в состав Украинской ССР. В том числе все Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имели. Даже если мы вспомним, назад вернемся, 1654 год, когда эти территории вернулись в состав Российской империи, там было 3-4 современных области Украины. Никакого Причерноморья там и близко не было. Просто не о чем было говорить. In 1654. В 1654 году. У вас энциклопедические знания, но почему первые 22 года вы об этом не говорили, свое президентство? Итак, значит, Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели. Прежде всего, при Черноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией. Вот. Но это не важно. Важно то, что вот, Ленин, основатель Советского государства, создал Украину именно таким. Такой. Значит, и вот это все в течение многих десятилетий в составе СССР, Украинская ССР развивалась, и большевики тоже по непонятным причинам занимались украинизацией. Там. Ну, не только потому, что там выходцы были с Украины в руководстве Советского Союза, но в целом была такая политика, коренизация она называлась. Это касалось Украины и других союзных республик. Внедрялись национальные языки, национальная культура, что в целом, в принципе, конечно, и неплохо. Но таким образом создалась Советская Украина. А после Второй мировой войны они получили еще, Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территории забрали. И они, эти территории, вошли в состав Советской Украины. И до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. А как вы думаете, что есть ли у Венгрии право забрать свои земли, и другие нации могут ли забрать свои земли, может быть, вернуть Украину границам 1654 года? Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств, то в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право вернуть эти земли свои, то, во всяком случае, понятно. Have you told Viktor Orban? Орбану говорили об этом, что он может вернуть себе часть земель Украины? Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что конечно, венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину. Больше того, я сейчас вам расскажу вам очень интересную историю, отвлекусь. Это личная история. Я
значит, где-то в начале 80-х годов на машине из тогдашнего Ленинграда, из Петербурга, поехал просто в путешествие по Советскому Союзу. Через Киев. В Киев заехал, а потом поехал на Западную Украину. Въехал в город Береговое, называется. А там все названия городов, поселков на русском и на непонятном для меня языке, на венгерском. На русском и на венгерском. Не на украинском. На русском и на венгерском. Приезжаю в какой-то деревне. Возле домов сидят мужчины в тройках, в черных костюмах тройках. И в цилиндрах в черных. Я говорю, ты что, артисты какие-то? Мне говорят, нет, это не артисты никакие, это венгры. Я говорю, а что они здесь делают? Как чего? Это их земля, они здесь живут. Все названия. В советское время, 80-е годы, у них сохранился, они сохраняют венгерский язык, названия, все костюмы национальные. Они венгры и чувствуют себя венграми. И, конечно, когда сейчас происходит ущемление... Да, я думаю, что такого много бывает. И в то же, скорее всего, многие страны недовольны переменой границ во время изменений в 20 веке и до того. Но дело в том, что вы ничего подобного не заявляли ранее, чем за последние 2 года. И вы говорили о том, что вы чувствовали физическую угрозу со стороны НАТО, в частности, ядерную угрозу, и это побудило вас действовать. Правильно ли я вас понимаю? Я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, они, наверное, не входят в такой вот жанр интервью, поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный разговор, так что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Ну так вот, мы подошли к тому моменту, когда была создана Советская Украина. Потом 1991 год, развал Советского Союза. И все, что Украина получила в подарок от России, с барского плеча, она утащила с собой. И в целом, вот я подхожу сейчас к очень важному моменту сегодняшнего дня. Ведь этот развал Советского Союза, развал Советского Союза был инициирован, по сути, руководством России. Я не знаю, чем тогда руководствовалось руководство России. Но подозреваю, что из нескольких составляющих несколько там было причин думать, что все будет хорошо. Первое. Ну, во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что фундаментальные основы отношений между Россией и Украиной, фактически общий язык, там 90% с лишним говорили на русском языке, значит, родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные связи, так или иначе, дружеские связи. Общая культура, общая история, наконец, общая религия. Все это настолько фундаментальные вещи, общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий. Все это такие фундаментальные вещи. Экономика очень сильно взаимосвязана. Значит, все это лежит в основе неизбежности наших добрых отношений. Первое. И второе очень важное. Я хочу, чтобы вы, как американские гражданины, и чтобы ваши слушатели, зрители об этом тоже услышали. Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование. Больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует. Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза. И исходит из того, что это будет понято так называемым, уже в кавычках, цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия и от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Были умные люди, в том числе и в Германии. Эгон Бар был такой крупный политический деятель социал-демократической партии, который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза, говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе. Нужно помочь объединиться Германии, но
создать новую систему, куда будет входить Соединенные Штаты, Канада, Россия, другие центральноевропейские страны. Но не нужно, чтобы НАТО распространялось. Он так и говорил, если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал. Никто не послушал. Больше того, он рассердился как-то. Ну, тоже в архивах у нас разговор лежит. Если, говорит, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду. Рассердился на советское руководство. Ну, он был прав. Все так и произошло, как он сказал. Но, тем не менее... Да, конечно, его слова реализовались. Вы многократно об этом говорили. Мне кажется, это абсолютно справедливо. И многие в Штатах также думали, что отношения между Россией и США будут нормальные после развала Советского Союза. Однако произошло обратное. Однако вы никогда не объясняли, почему, как вам кажется, это происходило. Ну, почему это произошло? Ну, да, может быть, Запад боится сильной России, однако Запад не боится сильного Китая. Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что Россия 150 миллионов человек, а в Китае 1,5 миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами, 5 с лишним процентов в год, было еще больше, но этого для Китая достаточно. Right. И поэтому... Потенциал, Бисмарк когда-то говорил, главное – это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный. Первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики. Уже обогнали Соединенные Штаты достаточно давно. И темпы растут. Но сейчас не будем говорить, кто кого боится. Мы не будем, давайте, рассуждать такими категориями. А поговорим о том, что после 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда говорю «вы», не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло 5 раз, 5 волн расширения. Ну, мы все терпели, все уговаривали, говорили «не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет ни власти коммунистической партии, давайте будем договариваться». Больше того, я тоже уже говорил об этом публично, ну, сейчас ельцинское время возьмем, наступило, был момент, когда, как бы, когда серая кошка пробежала. Вот до этого Ельцин ездил в США, помните, выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова «God bless America». Да? Он же все это сказал. Это же были сигналы. Ну, пустите нас к себе. Нет, когда начались события в Югославии, сразу до этого Ельцина нахваливали. Как только события в Югославии начались, а когда он поднял голос за сербов, а мы не могли не поднять голоса за сербов в их защиту. Я понимаю, там были сложные процессы. Понимаю. Но Россия не могла не поднять голоса за сербов. Потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура и так далее. Ну, такой многострадальный народ в течение поколения. Но не важно. А важно то, что Ельцин высказался в поддержку, что сделали Соединенные Штаты. В нарушение международного права, устава ООН, начались бомбардировки Белграда. Соединенные Штаты выпустили этого джина из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала свое негодование, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право. Но тогда начали говорить, что устарело все, надо все менять. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Это правда. Но не таким образом. Но тем не менее. Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью. Указывает на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Все он понимал и все смыслил. Я вас уверяю. Значит, ну хорошо, я стал президентом в 2000 году. Думал, ладно, все это, югославская тема прошла, но надо попробовать восстановить отношения. Все-таки вот эту открыть дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить. На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, рядом, в соседнем помещении, я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?
Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своей командой. Не-не, это сейчас это невозможно. Можете спросить у него? Да, я думаю, он наше интервью услышит, подтвердит. Я бы никогда не стал чего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно. Were you sincere? Вы были искренни тогда? Вы бы присоединились к НАТО? Послушайте, я задал вопрос. Возможно это или нет? Yes. И получил ответ «нет». Если я был неискренним в своем желании выяснить позицию руководства... But if he had said yes, would you have... А если бы он сказал «да», вы бы присоединились к НАТО? Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения. И в конечном итоге это могло бы состояться. Если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет, так нет. Ладно, хорошо. Давайте будем... Как вы думаете, почему? Каковы мотивы этого? Я чувствую, что вы испытываете горечь по этому поводу, я понимаю. Но почему, как вы думаете, Запад тогда так вас оттолкнул? Откуда эта враждебность? Почему не удалось улучшить отношения? Каковы были мотивы этого, с вашей точки зрения? Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста. Горечь, обида – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут. Вот и все. Хорошо, ладно. Но давайте будем выстраивать отношения по-другому. Будем искать точки соприкосновения. Почему мы получили такой негативный ответ? Это вы спросите у своих руководителей. Я же не могу за них. Я могу только догадываться, почему. Слишком большая страна, со своим мнением и так далее. А Соединенные Штаты, ну, я же видел, как решаются вопросы в НАТО. Я еще один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины. Руководство США нажало, и все члены НАТО послушно голосуют. Даже если им чего-то не нравится. Сейчас я скажу в этой связи, что происходило с Украиной в 2008 году, хотя это обсуждается уже, здесь ничего нового я вам не скажу. Тем не менее, значит, потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Ну, например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке. Значит, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами. И я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе. Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, я поднял этот вопрос, он говорит: ну не может быть. У тебя есть доказательства? Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему это доказательство. Он посмотрел и знаете, что сказал? Ну, я прошу прощения, да? Но так было. Я процитирую. Он говорит: ну я им надеру жопу. Значит, мы ждали ответа, ответа не было. Я говорю директору ФСБ: ну ты в ЦРУ-то напиши, как результат-то какой-то есть, разговор с президентом. Написал раз, два, а потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ. Мы работали с оппозицией в России, считаем, что это правильно, и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно, мы поняли, что разговора не будет. Forces in opposition to you. Оппозиция вам. Ну, конечно, имелось в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе. Вот о ком шла речь. Они их называли значит, оппозицией. Это вот второй момент. Третий момент, очень важный, это момент создания системы ПРО-США. Начало. И мы долго уговаривали не делать это в Соединенные Штаты. Больше того, после того, как меня пригласили в
отец Буша-младшего, Буш-старший, пригласил к себе на океан, в гости. И там состоялась очень серьезная беседа с президентом Бушем, с его командой. И я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности. Несмотря на то, что официально говорилось с Соединенными Штатами о том, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана. Этим же обосновывалось создание ПРО. И я предложил им работать втроем. Россия, США, Европа. Сказали, очень интересно. Меня спросили, ты серьезно? Я говорю, абсолютно. Я говорю, представь. Когда это было? В каком году? Ну, я не помню. Вот это легко узнать в интернете, когда я был в США по приглашению Буша-старшего. Ну, это еще легче узнать. Сейчас я вам скажу, от кого. Вот. И мне сказали, это очень интересно. Я говорю, только представьте, если мы вместе будем решать вот такую глобальную, стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические, даже политические. Но мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Говорит, да. Меня спросили, это ты серьезно? Я говорю, конечно. Нам надо подумать, мне сказали. Я говорю, пожалуйста. Потом сюда, вот в этот кабинет, где мы с вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ, и госсекретарь Райс. Вот сюда, вот за этот стол. Вот напротив, вот вы едете этот стол. Они сели с этой стороны, я и министр иностранных дел, министр обороны России с той стороны. Они мне сказали, да, мы подумали, и мы согласны. Я говорю, слава богу, отлично. Но за некоторым исключением. So twice you've described US presidents. То есть вы дважды описывали, как американские президенты принимали какие-то решения, а потом их команды эти решения пускали под откос. Именно так. Именно так. В конечном итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным. Ну, все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, это факт. Тогда, именно тогда, я сказал, послушайте, мы тогда будем вынуждены заниматься ответными мерами. Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Он говорит, ответ был такой. Мы делаем не против вас, а вы делаете, что хотите. Мы исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю, хорошо, пошло. И мы создали гиперзвуковые системы. Причем межконтинентальной дальности. И продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных. Мы опередили всех. И Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Вот. Но не мы это сделали. Мы предлагали пойти другим путем, а нас отодвинули. Теперь по поводу расширения НАТО на восток. Но обещали же. Никакого НАТО на восток. Дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что сказать? Ну, на бумаге же они зафиксировали. Поэтому будем расширять. 5 расширений. И погрузили туда и Прибалтику, там, и всю Восточную Европу и так далее. И вот теперь по главному. Добрались до Украины. В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты. Теперь по поводу, как там принимаются решения. Германия, Франция вроде были против, так же, как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, он такой крепкий парень, крепкий политик, вот, как мне сказали потом, он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантия-то просто? Что это за детский сад? Что это за люди? Кто они такие? На них, видите ли, нажали, они согласятся. А потом они говорят, ну, Украина же не будет в НАТО, ты знаешь? Я говорю, не знаю. Я знаю, что вот вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь? Ну, тогда вот нажали на нас. Я говорю, а почему завтра на вас не нажмут? И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору, но с кем?
Где гарантии? Никаких. Значит, начали осваивать территорию Украины. Что бы ни было там, я вам предысторию рассказал, как развивалась эта территория, какие отношения были с Россией. Ну, там у каждого второго, третьего какие-то связи с Россией были всегда. И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот, вот интересное кино. Мы так не договаривались. Так вот, все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. И перебить этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно. Значит, к власти пришел Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось в США. Ну вот шел спор между... In 2014. В 2014 году. Нет, раньше. Нет, это раньше было. Значит, после президента Кучмы. Значит, победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его. И к власти пришел в результате третьего тура. Представьте, что в США кому-то что-то не понравилось, организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции США. Но тем не менее, там это сделали. Ладно, пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения. Он ездил в Москву с визитами. Мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Ну, западный так западный, пускай. Пускай люди работают, считают. Пускай ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине, независимо. Значит, после того, как он поруководил страной, ситуация ухудшилась, и к власти все-таки пришел Виктор Янукович. Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком, я не знаю, не хочу давать оценок. Но встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно. Ну, пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой. И потоком все на наш рынок. Сказали, нет, ну, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет, сколько потеряет. И объявил своим контрагентам в Европе. Я должен еще подумать перед тем, как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия оппозиции, поддержанные Западом, и все дошло до Майдана и до госпереворота на Украине. So he did more trade with Russia than with the EU. Ukraine did. Ну конечно. Yeah. Но даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времен Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки. И в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были. Вот. Совершили госпереворот. Хотя нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, которые считают некорректным, но все-таки было сказано. Вы там Януковича успокоите, а мы успокоим оппозицию. Пускай все идет по пути политического регулирования. Мы сказали, хорошо, согласны, давайте так и сделаем. Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции, а вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще?
хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов. With the backing of whom? При поддержке ЦРУ, конечно. Организации, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация. Я понимаю. Мои бывшие коллеги. В том смысле, что я работал в первом главном управлении, это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Ну, работа есть работа. Но технически они все сделали правильно. Добились того, чего хотели. Сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. И здесь, конечно, политическое руководство не заработало. Они должны, политическое руководство, должно было видеть, к чему это приведет. Итак, в 2008 году открыли двери Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот. При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать. Создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту. Начали войну в Донбассе. 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого все началось. Ведь же видеозапись, когда самолет наносит удар по Донецку сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию, еще одну, потерпели неудачу, еще готовились. И все еще на фоне освоения, военного освоения этой территории. И открытие дверей в НАТО. Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это была бы преступная беспечность. Вот что это было бы такое. Просто политическое руководство Штатов подогналось к черте, за которую мы уже не могли переступить. Потому что это разрушало саму Россию. И потом мы не могли бросить наших единоверцев и по сути, часть русского народа вот под эту военную машину. То есть это было за 8 лет до начала конфликта. А что спровоцировало конфликт этот? Когда вы решили, что вам нужно все-таки сделать этот шаг? Ну, спровоцировал конфликт изначально. Спровоцировал конфликт госпереворот на Украине. Кстати говоря, приехали представители трех европейских стран, Германии, Польши и Франции, и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича, между Януковичем и оппозицией. Подписали свои, подписи свои поставили как гарант. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает. Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью. И про гарантов, трех гарантов, которые вместо того, чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле, нет, поддержали госпереворот. Хотя смысла в этом бы не было. Никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович совсем согласился. Был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов победить, если сказать по-честному. Не было шансов. Все это знали. Зачем госпереворот? Зачем жертва? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начало потом операции на Донбассе? Вообще, вот этого я не понимаю. Вот в этом и прощу. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Все можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путем. Без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В голубонько не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза все должно было так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО. Тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО. Без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетия. Не делайте этого, не делайте того.
Что послужило триггером в последних событиях? Ну, во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, там все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали, что подписывали, уже в наши дни, там, год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минское, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос. Was there anyone for you to talk to? Did you call a U.S. president? Вы говорили с госсекретарем, с президентом, кто-то, может быть, они боялись с вами разговаривать, и говорили вы им, что если они будут продолжать накачивать Украину оружием, то вы будете действовать? Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединенных Штатов, европейских стран, чтобы вот этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины. Там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено. Ну, это правда. Но я был уверен абсолютно, и я сейчас вам скажу, я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, их надо было еще уговорить, возвратиться как бы в рамки украинской государственности, то постепенно, постепенно раны заживут, постепенно, постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия. Все постепенно, постепенно срастется. Нет, никто этого не хотел. Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить. И все дошло вот до этой ситуации, когда на Украине объявили, нет, мы не будем ничего. Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить.